даже то, что водоем вообще еще не успел замерзнуть. Мужчина разместился с удочкой на льдине, которая образовалась в заводе. Ну а там, где течение посильнее, река, судя по этим кадрам, покроется льдом еще не скоро. Открыли сезоны в Ярославле, причем тоже не только на прудах и озерах, но и на реках. Едва они покрылись льдом, на них уже вышли рыбаки-любители. И с каждым днем таких смельчаков становится все больше.